тысяч человек, минус 1400 начала года. Снижение сформировалось за счет отрицательного миграционного сальдо и естественной убыли населения. На миграцию повлияли новые ужесточившиеся правила миграционного учета иностранных граждан Российской Федерации. Впервые за последние годы отмечена естественная убыль. В Хабаровске продолжает повышаться продолжительность жизни. По предварительной оценке сегодня она составляет 71,2 года, увеличившись за последние 5 лет на 3,2 года. В экономике города в 2019 году обеспечена положительная динамика основных макроэкономических показателей.